speră că războiul nu va ajunge în Transnistria și speră că totul va fi bine și se va termina cum trebuie. Я хочу сказать, что в конце февраля 23-го года украинские войска вплотную подошли к границам Приднестровья, и оно вполне могло начаться вторжение уже тогда, то есть еще полтора года назад, и приднестровцы об этом знают. Я брал своего коммуника в феврале 2023. Trupe militare ucrainești s-au apropiat și au fost dislocate de-a lungul hotarului cu Transnistria și acest lucru a fost privit ca o posibilă provocare în orice moment care poate să se aducă la un război. Я предполагаю, что согласие на эту операцию не дало молдавское руководство. При этом молдавское руководство опиралась на поддержку Бухареста. Потому что именно Румыния меньше всего заинтересована в эскалации конфликта на Днестре. Домнилу Присупоник, анумі кондучеря Републики Молдова, но адат аккорду пентру астрів де операціоні дім партія трупілор Україніне. Ши Присупоник, кондучеря Молдові, а фост гідаке, де кондучеря Румынії, care nu avea nevoie de un conflict pentru așa un format ca intrarea Ucrainei în Transnistria. Deci, părerea dumneavoastră. Еще один вопрос вам. Как вы считаете предстоящий референдум в Молдове связан с изменением Конституции, если вы знаете, имеет отношение все-таки к сближению к НАТО, и этот референдум может, результаты этого референдума может последствовать какими-то неприятными последствиями. Конкретиц, референдум «Карева диалог» и «Долзич сентября Республика Молдова». Поэтому я дочил о консичинце граве пентру Молдова. Ну, его требовали постформулаты в контексту